На весах уравновешен отливной сосуд, заполненный водой до отверстия отлива. Под отливом на отдельном столике находится пустой стакан. Если поместить в воду шар, вода из сосуда вытесняется. Вес сосуда увеличился на вес плавающего шара и уменьшился на вес вытесненной жидкости. Как только вода прекращает выливаться, весы приходят в равновесие. Это говорит о том, что вес плавающего на поверхности воды тела равен весу вытесненной жидкости –